Все главные темы и вопросы этой недели мы обсудим с советником руководителя Офиса президента Украины Михаилом Подоляком. Михаил, приветствую вас в эфире Freedom. Да, здравствуйте, здравствуйте. Михаил, вот предлагаю начать обсуждение сегодняшней темы конкретно с блока про спецоперацию Кремля под названием «Майдан-3». Ведь даже уже известны приблизительные сроки кульминации реализации этой спецоперации, называют март-апрель 2024 года, и бюджет, как я уже озвучила, 1,5 миллиарда долларов. Не зря ведь выбрано определенное время. Основная цель – это поставить под сомнение легитимность президента Украины Владимира Зеленского, или еще есть такие неочевидные цели, которые преследует Кремль? Давайте начнем с того, что здесь есть простые ответы на сложные вопросы. Все, что делает Россия, настолько очевидно, оно предсказуемо, да, то есть те темы, которые они будут юзать, те темы, которые они будут использовать в рамках своих пропагандистских работ, они очевидны, и более того, Россия будет это делать прямо, нагло и так далее. Кстати, бюджет 1,5 миллиарда — это не столь много, если учитывать, сколько в целом они вкладывают в войну, и они прекрасно понимают, что если они не добиваются, например, усложнение поставок, логистических поставок техники Украины, то, соответственно, им надо будет тратить на мобилизационные мероприятия, на производственные мероприятия гораздо больше, чем 1,5 миллиарда. То есть имеется в виду, нужно будет искать где-то снаряды, где-то ракеты, что-то производить, покупать это по завышенным ценам на рынке. Ну, они, кстати, находят возможности обходить санкции, покупать это все. И, соответственно, это будет стоить гораздо больше, чем 1,5 миллиарда, которые необходимо потратить на те три направления, о которых вы сказали. Первое — дополнительная деморализация Украины. Второе — это дополнительная деморализация стран-партнеров, общество стран-партнеров наших. Ну и третья составляющая — это, конечно же, влияние на те поставки оружия. Ну, то есть, грубо говоря, стимулирование внутреннего рынка, сказать: мы еще немножко тут дотерпим, нас еще немножко поотправляют воевать в Украину, но скоро мы выиграем эту войну. Вот три составляющие. Почему кульминация может быть в конце, скажем так, март-апрель-май? Ну, это очевидно. Я, честно говоря, не вижу. Для меня, мне кажется, мы сами немножко много уделяем внимания вот этой надуманной проблемы, которая не существует, юридически не существует, легитимность, нелегитимность президента Украины, она абсолютно, еще раз подчеркиваю, проблема надуманная, не существующая в юридическом поясе. Почему? Потому что непрерывность власти, безусловно, предопределена конституционными уложениями, где четко сказано, что президент исполняет свои обязанности до момента вступления в должность, прохождения через инаугурационные процедуры следующего президента, или второго срока президентства и так далее. И, соответственно, положение о регламентация о военном положении четко говорит, возможно или невозможно проведение выборов, и, соответственно, опять же, определяет непрерывность власти и парламентской, и президентской. То есть здесь нету коллизии юридической, это понимают наши партнеры. Мне кажется, на внутреннем рынке это тоже все сегодня понимают. Почему? Потому что есть консенсус общественный, что действительно, исходя из безопасностных параметров, провести выборы невозможно. Ну и, соответственно, дальше не возникает вопрос полномочий президента или полномочий парламента или полномочий кабинета министров и так далее и тому подобное. Будет ли это разлагающе влиять на страну? Да, наверное, что-то частично будет разлагающе влиять. Почему? Потому что есть такая концепция, я прошу прощения, использую это слово в вашем эфире, есть такая концепция «полезные идиоты» с нереализованным эго, да, с некомпенсированным эго, которые будут пытаться внутри сказать: смотрите, вот мы лучше, мы понимаем точно, что нужно делать. Они не обязательно будут работать в рамках российских пропагандистских программ, они будут работать в рамках своих собственных пропагандистских программ. Еще раз подчеркиваю, очень много недооцененных людей, которые считают, что они не занимают положенные места и не получают положенную им славу. Да? И, соответственно, это есть в любом обществе, в украинском обществе, к сожалению, тоже такая группа, достаточно выраженная, она пассионарная, информационно активная. Но вот они попытаются в это время тоже какие-то, скажем так, негативные информационные программы проводить. Страшно ли это с точки зрения разрушения информационной среды, в которой сегодня Украина находится? Не совсем. Почему? И давайте я здесь скажу парадоксальную вещь. Первое. Украина очень четко расставляет акценты с точки зрения, что это за война, каким последствиям может привести неправильная финализация этой войны, каким последствиям может привести ослабление внутренней консолидации в Украине и так далее. Это понимает вторая составляющая, это понимают прекрасно наши партнеры. Мы видим совершенно другую риторику в исполнении западных лидеров, имеется в виду западноевропейских лидеров. Они абсолютно точно, особенно в Европе, понимают все риски, которые эта война уже создала и которые будет создавать, если Россия не проиграет. И почему важно, чтобы Украина, в принципе, эту войну дошла в такой консолидированном состоянии, в котором
котором она находилась с первых дней войны. И, соответственно, опять же, вот такие разлагающие влияния на внутренний или внешний рынок, на партнерский рынок, это не будет оказывать. Будет ли Россия верить в то, что чем больше она будет проводить подобных диверсионных мероприятий, информационно-диверсионных мероприятий, тем больше у нее шансов будет дожать Украину? Да, Россия сама в это будет верить до момента, собственно, обвала, пропагандистского обвала на внутреннем рынке. Что это значит? Это значит, что как только будет материально выглядеть все несколько иначе, ну, например, несколько тактических поражений по линии фронта Российской Федерации, то, соответственно, вот эта вся надутая пропагандистский пузырь, который в России очень популярен, и в котором живут, кстати, представители российской власти в том числе, то есть они влюблены в свою пропаганду и так далее, все это пройдет в диссонанс с ощущениями вот этого гопа населения. Я прошу прощения, опять же, за термин, но это такая гопническая масса, которая сегодня доминирует в России Федерации, и, соответственно, это приведет к внутреннему конфликту. Поэтому, как говорится, нету худа без добра. Чем больше Россия вкладывается в подобные информационные диверсионные операции, тем большей отдача негативного толка будет на рынке Российской Федерации. Как нам на это, если коротко, нам на это реагировать? Абсолютно правильно, вы занимаетесь этим, вы об этом публично говорите, о рисках, которые возникают, о легитимности, например, ну, мифической легитимности, нелегитимности и так далее. Это хорошо, что это все проговаривается. Есть, правда, один сегмент, наиболее, на мой взгляд, разрушительный, на который нужно обращать внимание, и я не совсем понимаю, почему этот сегмент настолько вот, ну, развит сейчас, да? Это неуправляемая депрессизация публикаций в западных медиа. Ну, то есть сами журналисты выходят с такими пессимистическими колонками, в которые можно одним тезисом подвести «все пропало». Да? Зачем они это делают? Для меня это загадка, потому что, в принципе, знаете, это как бы выглядит странно. Если все пропало, и вы понимаете, куда все развивается, и понимаете, что необходима ресурсная поддержка Украины, то вместо того, чтобы писать, ну, как бы выводы какие, смотрите, без такой-то ресурсной поддержки у Украины, например, происходят такие-то события по линии фронта, поэтому просим наши элиты оказать эту ресурсную поддержку Украине, потому что тогда это будет выглядеть вот так вот. То есть, как правило, публикации в западных медиа, они имеют вот этот депрессивный, демотивирующий первый параграф, да, а второго параграфа, что нужно делать для того, чтобы ситуацию исправить, нету. Вот для меня это загадка, потому что это как бы странно выглядит. Спецоперация Кремля «Майдан-3» все, в принципе, понятно, каким образом может проявляться. Следующая тема, которая действительно волнует не только украинское общество, это тема взаимодействия Украины и Польши, конкретно достижение экономического консенсуса. Мы понимаем, что это должно быть какое-то обоюдное решение, но вместе с тем, как вы считаете, кто должен главным образом предложить рабочие инструменты? И сразу же тогда задам вопрос, потому что, вероятно, он еще больше интересует украинское общество. В чем здесь рука Кремля и каким образом это может проявляться? Влияние Кремля также на эту ситуацию, на эту историю и насколько оно велико здесь? Начну с последнего. Безусловно, все, что так или иначе связано с возникновением каких-то трудностей вокруг Украины, ну или так или иначе касается Украины, конечно же, Российская Федерация в эти темы заходит и делает главное. Она масштабирует эти темы, то есть она использует любые площадки для того, чтобы надуть проблему больше, чем она реально стоит. Ну или расставить в той или иной проблеме больше акцентов, скажем так, вот в данном случае эмоциональных акцентов, которые должны столкнуть лбами польских представителей и украинских представителей. То есть, соответственно, это понятная стратегия. Это достигается и за счет, там, скажем, использования маргинальных политических групп в той или иной стране. Раньше у нас, кстати, было очень много пророссийских маргинальных групп, которые постоянно кричали какие-то там лозунги пророссийские. Точно так же есть в Польше такие маргинальные группы. Есть в многих европейских странах эти группы. Вот в таких кризисных ситуациях Россия, во-первых, активизирует вот эти маргинальные группы. Они очень активны, начинают и бурно, и в социальных сетях, и в медиа бурно высказывать свои позиции. Причем эти позиции, как правило, оскорбительного характера для той или иной стороны. Да? И все это максимально количественно увеличивается. Но давайте здесь опять же правильно расставлять акценты. Во-первых, я предлагаю все-таки снизить эмоциональную тональность, когда мы обсуждаем двусторонние отношения Украина-Польша. Почему? Потому что все, что касается протестов, да, они нам кажутся, с учетом того, что мы находимся в состоянии войны, они нам кажутся, что вот это против
Украины, Польша, польский фермер что-то делает. На самом деле проблема для Европы гораздо глубже. Мы помним с вами, что фермеры не только Польши, но и в Германии, во Франции, в Италии, в Нидерландах постоянно выходят. Это прямой большой конфликт между определенными социально-профессиональными группами, в данном случае фермерскими хозяйствами, сельскохозяйственными производителями и Европейской комиссией, которая предлагает другие регуляторные нормы, да, ну, то есть там уменьшение дотаций сельскохозяйственной продукции, увеличение конкурентности, уменьшение протекционизма национального для тех или иных сельскохозяйственных производителей. Все это делается в рамках так называемого зеленого перехода, ну, то есть, грубо говоря, цена производителя будет выше, ну, вернее, цена производства будет выше, цена продажи будет ниже и так далее и тому подобное. Это все, конечно же, вызывает вот эти такие достаточно заметные по всей Европе волнения. Они проходят в Брюсселе, еще раз подчеркну, в Париже, в Варшаве и так далее. Да, к сожалению, вот этот компонент информационной скандальности, который присоединился в связи с войной в Украине на границе Польша-Украина, потому что определенные фермеры считают, что тогда информационного внимания к, скажем, вот этим, ну, то, что вы сейчас показываете, да, к этим, скажем так, инцидентам будет больше, и, соответственно, они быстрее получат возможность реализовать свои задумки. Поэтому, подытаживая все это, первое, понимаем размер, скажем так, протестов, которые по всей Европе, и связаны они с регуляторными нормами, новыми регуляторными нормами, которые предлагает Европейская комиссия, и отсюда вывод, значит, во всех переговорах должны быть представители Европейской комиссии. Второе. Понимаем, что в той же Польше продолжаются политические дискуссии, потому что выборы не закончены. Были парламентские выборы, которые привели к определенному перераспределению власти. Ну, то есть, грубо говоря, партия ПИС потеряла свои лидерские позиции. Зашла гражданская платформа, она доминирует, но местные выборы, опять же, партия ПИС делает ставку на то, что она сможет все-таки вернуть частично контроль над польскими местными советами, и, соответственно, это очень жесткое политическое противостояние, которое продолжается с парламентских выборов. Понимаем этот контекст тоже. Третья составляющая, здесь я сделаю отсылку к президенту Зеленскому, он прямо говорит, смотрите, экономические вопросы давайте, вот, пожалуйста, делаем комиссию, в которую войдут представители правительства Украины, правительства Польши, Европейской комиссии. Здесь можно будет экономические вопросы обсуждать в полном объеме, находить компромиссы, но давайте все-таки в отдельную строку вынесем границу, понимая, что для нас транзит через Польшу — это ключевой транзит, который позволяет обеспечивать надлежащим образом ведение оборонительной войны в Украине. Это третье. Четвертое. Все, что касается конкурентных взаимоотношений Польша-Украина. Они, опять же, не такие как, ну, как пытаются их представить в медиа. То есть у нас на самом деле конкуренция с тем или иными сельхозпроизводителями в европейских странах только начинается. Да, мы идем там по определенному облегченному пути до Европейская комиссия в рамках начала переговорного процесса. И, безусловно, не всем странам будет нравиться появление мощного игрока, особенно с точки зрения производства сельскохозяйственной продукции. Украина – мощный игрок, и действительно она может существенно повлиять на распределение долевых участий в отраслевых рынках на общем рынке Европейского Союза. Соответственно, вот это будет сложная составляющая, но, опять же, это только вопрос будущего, а не сегодняшнего дня. На сегодняшний день Украина еще пока не составляет такие конкурентные позиции, которые могли бы там существенный вред нанести тем или иным национальным производителям. И уж точно не польским производителям сельскохозяйственной продукции Украина наносит конкурентный вред. Поэтому я думаю, что все эти аспекты нужно будет более объемно обсуждать. Единственная просьба, опять же, давайте все-таки не перейдем вот эту грань, когда мы начнем эмоционально, там, негативно относиться к нашему польскому соседу. Почему? Еще раз подчеркиваю, 2 года они доказали, что Польша абсолютно точно, Польша в подавляющей своей массе абсолютно точно на стороне Украины, абсолютно точно понимает, в каких условиях мы живем, абсолютно точно заинтересована в максимальной помощи нам, и Польша это является действительно ключевым нашим союзником. Просто это не забываем. Несмотря на отдельное там проявление, эмоционально для нас вызывающее проявление в поведении тех или иных небольших социальных групп самой Польши. Михаил, ну давайте тогда вспомним что-то поприятнее. Договор о дружбе и сотрудничестве между Украиной и Албанией. Я хочу для наших зрителей напомнить, что Владимир Зеленский и Эди Рама, президент Албании, подписали договор о дружбе и сотрудничестве между Украиной и Албанией во время недавнего визита Владимира Зеленского в Тирану. И вот хотелось бы поговорить об укреплении позиции Украины в Балканском регионе. Ну, опять-таки, эта новость действительно достаточно приятная, но давайте реально смотреть на вещи. Все-таки там есть еще и Сербия, которая так не
несколько вменяют отчасти пророссийскую позицию. Вот очень хочется услышать ваше мнение, насколько Сербия может повлиять или, возможно, несколько притормозить реализацию уже позитивных для Украины договоренностей с балканскими странами, насколько ее влияние там велико и что вообще, какие инструменты у нее есть. Никто ничего не может притормозить, потому что это естественное развитие исторического процесса. Что делает сегодня президент Зеленский, это абсолютно рельефно видит и в Украине, я надеюсь, и наши партнеры. Он, пользуясь моментом повышенной субъектности Украины, формирует совершенно другое отношение на разных рынках, в разных регионах к Украине как субъекту, как суверенному субъекту глобального права. Это очень сильная позиция. То есть, грубо говоря, Украина к тому, что она сегодня имеет, я выношу за скобки войну, понятно, это трагедия в полном смысле этого слова, но вот Украина, все, что сделала за 2 года, это в других условиях это бы заняло гораздо больше времени. И президент абсолютно правильно фиксирует роль, место и потенциальные возможности, и бизнес-возможности, и экономические, и финансовые, и технологические взаимодействия с разными регионами даже. Вот мы сейчас говорим с вами о Балканах в целом, для того, чтобы вот на этом историческом моменте это было легко зафиксировано. И это удается. И поэтому ни одна страна, которая имеет там специфические отношения в своей истории там, с той же Россией, я говорю не только о Сербии, но о целом ряде других стран, они также переосмысливают завтрашний день. Почему? Потому что хочет в это кто-то верить сегодня или нет, но тот, кто дальше смотрит, да, он видит больше, а тот, кто, в принципе, смотрит только под ноги, видит только ситуативное. Так вот, Российская Федерация не будет играть ту роль, которую она играла традиционно, в том числе на Балканах, в течение последних там, 20 лет. Российская роль будет сводиться к все меньшему объему влияния. И, соответственно, другие страны, в том числе те, которые были ориентированы на Россию, должны переоценить свои взаимоотношения и с Россией, и с окружающими странами, или с странами, потенциальными партнерами, в том числе с Украиной, сделать переоценку этих отношений и, соответственно, постепенно мигрировать к общеевропейскому пониманию того, какой будет завтрашняя история Европы. В этой завтрашней истории Европы роль России будет существенно уменьшена, в том числе финансово-бизнесовая роль, да, ну то есть там сырьевая роль. В этом завтрашнем будущем будет намного больше и весомее роль Украины. Наконец-то в этом завтрашнем будущем Европе будет совершенно переосмыслена функция Объединенной Европы. Что это такое? Что такое параметры безопасности? Что такое общие объединенные производственные инвестиции, военное производство, совместные армейские какие-то подразделения и так далее. То есть это совершенно другая конфигурация. Она сегодня закладывается. И вот пользуясь моментом, когда, еще раз подчеркиваю, субъектность не только информационная и дипломатическая, но и, в принципе, правовая субъектность Украины на другом уровне находится, президент резко наращивает взаимоотношения с целым рядом стран, перспективных стран, стран, которые являются региональными лидерами, или стран, которые очень активно сегодня проявляют себя в том или ином регионе для того, чтобы как раз-таки зафиксировать там слово «Украина». И это очень хорошая тенденция. Поэтому позитивно, максимально позитивно я оцениваю то, что происходит на Балканах, в том числе поиск там сторонников максимальных Украины, и в том числе диалог, который через этих сторонников будет идти с той же Сербией. Мне кажется, что Украина для региона будет выглядеть совершенно иначе и уже выглядит совершенно иначе. И Балтийское море давайте обсудим. Швеция кардинально меняет баланс сил. Как сказал Дмитрий Кулеба, эпоха нейтралитета окончена. И мы понимаем, еще раз хочу все-таки это озвучить, что Россия спровоцировала все эти исторические процессы. Безусловно, агрессия против Украины стала таким, ну, как последней точкой, завершающей чертой, возможно, в этой истории, потому что Россия не только по отношению к Украине вела себя агрессивно на протяжении своей истории. Но вместе с тем, давайте все-таки обсудим, что решение Швеции сейчас сделало для истории и вообще для НАТО. Насколько это укрепит НАТО и как это скажется на поддержке Украины? Мы сейчас перейдем к НАТО. Давайте немножко с другого начнем. Во-первых, мы не можем до конца понять, но, возможно, план Путина был расширить НАТО, а не сократить присутствие НАТО. Мы же не знаем. Потому что настолько неадекватного в поведенческих реакциях человека, ну, трудно найти. Вот все, что он сделал, он привел к обратному результату.
Он обнулил репутацию России, он превратил страну, которая там пыжилась выдавать себя за масштабную, гигантскую страну, которая имеет право влиять на глобальные процессы, на глобальное право, на глобальные правила, он превращает ее в, действительно в легендарный, абсолютно никчемный сырьевой придаток, расположенный на большой территории. И с большим количеством абсолютно бесполезного населения, которое в себя не вкладывает деньги, а вкладывает деньги только в разрушение стран-соседей. Мы же не знаем, что... Потому что невозможно допустить, что человек настолько глуп. Да, я сейчас говорю о Путине. Ну, невозможно допустить, потому что в любом случае ты проводишь какой-то анализ, ты сопоставляешь данные, ты понимаешь, куда ты двигаешься, и ты получаешь хотя бы, если не 100% результаты, то, на что ты планировал, хотя бы какие-то проценты результатов в свою пользу ты будешь получать. Но все, что делает этот человек, это абсолютно отрицательный результат. Ну, то есть, грубо говоря, вот все, что он вот рассказывает своим абсолютно... я даже не знаю, как назвать тех, его окружение, да? Вот он им говорит и получает абсолютно обратный результат, и никто их не скажет, а что это за стратегия такая у нас, по которой мы чем дальше мы двигаемся, тем в более глубокую яму мы проваливаемся. И, соответственно, границы НАТО резко увеличены на 1300 километров. Резко. Это еще без, собственно, присоединения Украины. Вот все, что мы делаем, это полностью завершили формирование безопасностного контура Европы. Все, что мы делаем, это мы полностью уничтожили концепцию, наконец-то, концепцию Советского Союза, потому что никакого контроля на постсоветским пространствам в России точно не будет. И не только Украина, но и другие бывшие постсоветские страны, вернее, бывшие советские республики, они окончательно выйдут из зоны интересов. Все, что мы делаем, это мы теряем рынки, торговые рынки. Все, что мы делаем, мы обнуляем даже стоимость собственного оружия. Вот все, что мы делаем, это полностью разрушает тот образ России, в который они там вкладывались десятилетиями, особенно начиная на тех или иных территориях войны, я имею в виду сирийскую, грузинскую, украинскую первую и так далее. Вот все это разрушено Путиным. Да? Ну, то есть мне кажется, что здесь как очень странно говорить о том, насколько там конкретно Швеция на что-то влияет. Потому что общая программа, общая диспозиция Путина — это обнуление России. Как бы это ни странно звучало, потому что нельзя дать разумного объяснения всему, что делает этот субъект. Что касается переформатирования теперь НАТО, это очень важно. НАТО, безусловно, получила для себя понимание, чем этот блок должен заниматься. Вот она его утеряла после 1997 года, потому что, или немножко раньше, когда распался Варшавский договор, когда вот этого противостояния двух систем уже не было, когда закончилась холодная война, конец истории, наступил, по мнению некоторых философов. Но тем не менее, НАТО потеряло ориентиры, с чем оно должно заниматься, потому что были Соединенные Штаты, которые проводили экспедиционные операции, под которые набирали там определенных союзников в разных регионах. Это маленькие локальные операции, которые не требовали такого большого альянса, участия большого альянса. Сейчас НАТО приобретает второе дыхание. Оно точно понимает, что такое безопасность. Оно точно понимает, что такое большие войны. Оно НАТО. Оно точно понимает, что в любой момент большая война может быть. Оно точно понимает, что нужно инвестировать в полноценное военное производство и в армии. И вот когда вы спрашиваете, кто будет сердцевиной НАТО, Украина будет сердцевиной НАТО, как страна, которая единственно будет иметь большой опыт интегративного использования западных видов оружия. Это первое. Второе. Большой опыт непосредственного участия в войне разных форматов. Потому что эта война, которую мы сегодня имеем в Украине, это война разных форматов. Это не только сама по себе большая окопная война. Там есть много производных внутри этой войны. Это и высокотехнологические компоненты войны, и примитивные компоненты войны, и массированные удары, и применение больших объемов разного типа оружия, и наоборот, применение очень креативного, точечное применение очень креативного оружия, то, что мы видим в Черном море, и так далее. Поэтому мне кажется, что сейчас идет перерождение НАТО. Оно, к сожалению, не так быстро, как нам бы хотелось, но тем не менее, НАТО, еще раз подчеркиваю, приобретает другую значимость, НАТО приобретает наконец-то внутреннюю уверенность, что этот блок очень нужен, НАТО приобретает возможность трансформировать основные внутренние правила, НАТО приобретает ключевых союзников, тем более тех, которые будут абсолютно точно готовы к современному типу войн, я имею в виду, прежде всего, конечно же, Украина, ну и НАТО, конечно же, будет доминировать в Европе тотально. Российская Федерация полностью уйдет с Европы, вряд
ли кто-то будет слушать, Россия там что-то сказала, Россия что-то угрожает и так далее. После проигрыша России, Россия как феномена угрозы не будет существовать. Ну и, наконец, третье, очень важно. Я бы не только обращал внимание на НАТО, слова Путина и так далее, я бы обратил внимание на субъекта Лаврова, да, вот этот напыщенный старичок, который выдает себя за дипломата, безусловно. Вот посмотрите, буквально вчера вот этот старичок, малообразованный, потому что к дипломатии это не имеет никакого отношения, выходит и говорит, молдавский режим будет что-то там делать и так далее. Вот главное осознать всем, что когда существо, которое называет себя дипломатом другой страны, начинает кого-то оскорблять, называть, это значит, нужно закончить все серьезные отношения с этой страной. Нужно поставить их на место, потому что нельзя выходить и называть молдавский режим, киевский режим. Они идут по пути киевского режима, мы будем с этим бороться. Вы никто, Россия никто, она не может вмешиваться в суверенные дела суверенных государств. Вот это на сегодняшний день абсолютно точно будет зафиксировано и в позиции НАТО, и в позиции европейских стран, и в позиции Европейского Союза в целом, ну и, безусловно, в позиции Украины. Потому что если вчера на это не обращали внимания и хихикали, когда вот такие, как Лавров, выходили и называли там киевский режим и так далее, то сейчас понимают, что это не просто слова, это просто внутренняя неадекватность, которая должна быть исправлена. Какими способами? Либо военным, натовским присутствием в том числе, либо медицинско-юридическим способом, да, ну то есть соответствующие как там, решения судов, в том числе, возможно, необходимо провести определенную терапию для таких, как Лавров, потому что вот это создает сегодня глобальное напряжение на европейском континенте, вот подобное заявление подобных субъектов. И теперь подытаживаю все это. На мой взгляд, и Швеция, и Финляндия продемонстрировали абсолютно точное понимание рисков, которые ждут Европу завтра, если эти риски не будут устранены сегодня. Второе. И Швеция, и Финляндия, которые придерживались нейтральных позиций долгое время, понимают, что нейтралитет — это очень условное понятие в современном мире, и всегда нужно иметь качественных союзников. И Швеция, и Финляндия, которые становятся или уже стали членами НАТО, абсолютно занимают проукраинскую позицию, максимально активную, и предлагают любые формы помощи, любые объемы оружия, которых у них есть, понимая, опять же, что делает сегодня Украина. И более того, своим поведением проукраинским они подчеркивают, что Украина для НАТО сегодня делает фундаментально важную работу. И, наконец, четвертое. Украина должна стать неотъемлемой частью объединенной европейской безопасностной системы, которая будет построена на основе блока НАТО. Почему? Потому что это коллективная безопасность, она будет реорганизована. И, соответственно, понимая те типы войн, которые, еще раз подчеркиваю, возможны, соответственно, внутри НАТО будет сформирована другая философия отражения этих рисков. Михаил, ну терапия для Лаврова — это уж как-то слишком благородно, как по мне. Благодарю вас за то, что вы присоединились к эфиру Freedom. Зрителям напомню, что с нами на связи был советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Это и другие видео вы можете посмотреть в удобное время на нашем YouTube-канале Freedom. Подпишитесь. У нас только самые авторитетные эксперты. Вся правда о войне России против Украины. Поверьте, этого никогда не покажут федеральные телеканалы.